вітаю всіх, хто приєднався до нашої розмови. Ви дивитесь нашу програму у прямому ефірі. Це «Наживо з перших вуст». І сьогодні гість нашої студії – це директор КП «Водгео» Юрій Вікторович Явтушенко. Доброго вечора, Вікторе. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу нагадати смілянам, що фактично Юрій Вікторович був звільнений 13 листопада 2015 року рішенням колишнього міського голови Олексія Цибка і поновлений на роботі вже в цьому році, 9 червня 2016 року. Тобто, вважається, що майже 6,5 місяців працювало підприємство без вас. Нині ви повернулися. В якому стані застали? Як ви оцінюєте цей стан? Сразу хочу сказати, щоб всі розуміли, що я не готов обсуждать действия руководителя прошлого. Я приведу пример только сугубо цифры, которые сейчас, в котором находится сейчас предприятие. На данный момент, на 9.06, когда я принимал предприятие, у нас уже создалась проблема с долгами. То есть на 9.06 за квитен месяц у нас создался борг 4,5 миллиона. Плюс уже теперь пошел текущий борг 971 тысяча. Я могу рассказать вкратце структуру этого долга. Значит, и имеем долг по электроэнергии 1 761 000. По налогах, взагалі, я скажу сейчас, 1 847 000. Из них ПДВ 322 тысячи. Это тот налог, на который налоговая на нас наложит штрафные санкции. То есть, как, чтобы вы все понимали, на этот 1 322 000 будет наложена штрафная санкция. Спецводокрасования 898 тысяч. Тоже на этот налог, будет, когда мы заплатим, будет наложена штрафная санкция. Суммы штрафных санкций я вам сказать не могу. Потому, почему? Потому что они накладываются после того, как выплачена сумма налога. Теперь будет штрафная санкция, теперь не выплачен налог на ПДФО 354 тысячи, тоже плюс штрафные санкции. Это не заплачен он за лютый, березень, квитень. Лютый 54 тысячи, березень 156 тысяч, квитень 143 тысячи. И у нас еще осталась заработная плата на предприятии по апрелю месяцу в сумме 389 тысяч. Это такое состояние у нас за квитание. Это те долги, которые висят как бы уже со штрафными санкциями. И на данный момент у нас текущий долг, единая заработная плата за май месяц 637 тысяч, единый социальный налог 175 тысяч, который мы обязаны заплатить до 20 числа, иначе будут штрафные санкции. ПДФО 146 тысяч. Висковый сбир 12 тысяч и общая сумма выплат по маю месяцу 971 тысяча. Общая сумма, я беру с маем и апрелем, 4 969 тысяч 502 гривны 17 копеек. Це величезні суми. Як ви тепер бачите, як тепер виходите із такої кризи, як гасити ці борги, де брати кошти і в чому причини виникнення такої заборгованості? Ну, я думаю, что да, чтобы не было никаких как бы недопониманий или же каких-то разговоров, что вот мой предшественник да. принял предприятие в плачевном состоянии, чтобы все понимали, что у меня, когда я уходил, был долг по электроэнергии, это самый большой долг такой был, который 2 миллиона 129 тысяч, это да, большой долг. Но дело все в том, что этот долг гасился разницей в тарифах. Был заключен договор с Облэнерго на 2,7 миллиона, который мы погасили. Ну и по известным причинам этот долг не был погашен разницей в тарифах, и поэтому он платил уже директор, который был до меня. То есть, как бы, он уменьшил долг по электроэнергии на 400 тысяч. Уменьшил долг, да. Все остальные налоги, просрочки по зарплате, просрочки по налогам у меня не было, как бы, были кругом нули. Значит, одна из причин, я думаю, что, которая
Я вот для примера вам приведу, как работало предприятие. Я взял для сравнения январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Ну, июнь это 9 дней работы предприятия при предыдущем директоре и за 6 месяцев при моем руководстве. Значит, для сравнения привожу пример. Надходжения по предприемству за январь месяц при предыдущем директоре 1 146 607 гривен, при мне 1 713 919 гривен. Февраль при мне надходжения 1 890 704 гривны, при предыдущем руководителе 1 22 607 гривен. Березень 1 914 тысяч при мне, 857 тысяч. При предыдущем директоре 1 521 429. Но подождите. Это я сейчас назвал 3 месяца, где мы работали по одинаковых тарифах. 11-22. Теперь пошли. С 1 марта у нас поднялся тариф. Стал не 11 гривен, а 17 гривен. Поехали дальше. Апрель. Это уже пошли новые тарифы, которые увеличенные, так сказать. 1 442 487 тысяч. Апрель. У меня был сбор по старому тарифу 1 844 890 тысяч. Тобто навіть більше, навіть. Конечно, на 400 тисяч. Май 1 290 917 тисяч. І у мене 1 526 675 гривень. Тобто теж почти на 200 тисяч. Ну, як-то так. Это основная проблема, которая, что зменшилось надходження. Моє мнение, что стало хуже работать служба реализации. Это мое личное мнение, объективное, как руководителя. Что... Ну, а який ви взагалі побачили стан справ? От як ви ставитесь до того, що яку ви кадрову політику побачили, що, я так розумію, попрощалися з деякими з працівників, які ще працювали при вас? Чи є втрати це, на вашу думку, в колективі? Повторюсь, я не хочу обсуждати діяльність предшественника, но я считаю, что немножко неправильно велась и кадровая политика. Значит, на момент моей работы по штатному расписанию было 246 людей. Сейчас, на данный момент, у нас по штатному расписанию 235 людей. Но тут немножко скривили душой, и у нас на данный момент работает еще 14 людей по цивильно-правовому договору. То есть, как бы, штатное расписание уменьшили, но фонд зарплаты сбільшили. То есть, я считаю, это неправильно. И в свое время убрали кадры, которые могли держать водоканал, ну, хотя бы на плаву. И я не говорю уже про развитие. У нас были очень большие планы, у нас была инвестпрограмма по развитию предприятия, модернизация насосных, водопроводных, канализационных, повысительных насосных. Ну, мы хотели уже с Нового года этим заняться, но как бы с известных причин не получилось. Зрозуміло, я хочу нагадати смілянам, що до нашої розмови можете долучатися і ви, адже це дуже болюча і важлива така для Сміли тема, адже ми майже всі є користувачами централізованого водопостачання та водовідведення, тож телефонуйте нам за номером 40115. Поки ми продовжуємо розмову, хотіла б дізнатися, які все ж таки шляхи виходу з цієї ситуації ви бачите для себе, які ви ставите собі перед колективом нині? Вопрос, звісно, цікавий. Складний. Очень вопрос складный, очень. Потому что вот этот долг по налогам, это как снежный ком, если мы его вовремя не будем гасить, штрафными санкциями нас задавят. Ну, как один из вариантов, это в первую очередь увеличение реализации воды. Это в первую очередь увеличение надходжень.
на счета водоканала, чтобы мы могли как бы больше оперировать суммами и больше гасить долги. Это раз. Второе. Я понимаю, что, может быть, я сегодня проводил собрание трудового коллектива на предприятии и с людьми разговаривал, и как бы мы, чтобы коллегиально, я тоже спрашивал, давайте как-то выходить с этого положения. Ну, непопулярный метод, это одна из непопулярных методов, сокращение рабочего дня, то есть сокращение начисления на заработную плату. То есть будет меньше налоги и как бы уменьшим задолженность. Як колектив пішов вам на зустрічу цьому питанню? Значить, я очень доволен коллективом. Коллектив отнесся к моїм предложенням з пониманием. Я рад, что коллектив мне оказал доверие и понимание. И я понимаю, что сам руководитель, как один поле не воин, ничего не сделает, а совместно с коллективом можно как бы горы свернуть. И поэтому я думаю, что с тем коллективом, который сейчас у нас находится, мы выйдем с этого скрутного становища и все-таки выйдем, я думаю, ну не сразу, говорю сразу, это месяца 2-3 режим нормальный. Зрозуміло, і слухаємо вже запитання від телеглядачів. Є перше, доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Можна говорити? Так, да, ми слухаємо вас. Як може бути в керівництві Федун, який має славу корупціонера? Як ви взагалі з цією славою будете боротися? Угу. Федун. Ми зрозуміли. Так, так, це ваш працівник. Це наш працівник, це вдобавок ко всьому. Народный просто депутат міської ради, да. Это депутат міської ради, это начальник відділу збуту. Ну, насчет коррупционера я не могу такие вопросы обсуждать, потому что это не моя компетентность, потому что это компетентность других органов. Правоохранные органы уже повинні да, так давать. Да, как-то так. А как работник, я вам скажу честно, откровенно, я думаю, я был о нем лучшего мнения, что он будет оказывать помощь руководству. И отдел сбыта – это основной отдел, от которого отходят надходжения в бюджет водоканалу. Ну, как бы он занял позицию мне непонятную и вставляет палки пока в колеса. Ну, я думаю, все-таки человек одумается, может. Не одумается, будем принимать соответствующие кадровые меры. Ну, сьогодні ваші працівники робили декілька пропозицій. Слухаємо ще наступне запитання. Доброго вечора. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу спитати вас, будь ласка, скажіть мені, як зараз буде відбуватися заміна лічильника і за який рахунок? Перевірка. Так, зрозуміло. Ми обговорили з вами це питання. Да. Да, будь ласка. Значить, щоб всі сміляні знали, що з 1 января 2016 року вийшов закон о метрології новий, де чітко ясно написано, що монтаж, демонтаж, госповерка, опломбировка производится за счет предприятия. Ну, здесь вы понимаете, что у нас как бы, я не хочу обсуждать законы нашей державы, но закон один противоречит другому закону, что эта вся деятельность, эти все затраты на производство этих действий должны быть заложены в тариф. В свое время, когда еще в том году мы делали тарифы, тариф на воду подразделяется на централизованное водопостачание, холодное водопостачание. То есть централизованное водопостачание – это до среза здания производится, а холодное водопостачание – это с учетом, в этот тариф холодного водопостачания входит монтаж, демонтаж, госповерка, опломбировка, распломбировка. Мне этот тариф, вы знаете, в свое время не приняли и как бы его забросили. И поэтому мы сейчас существуем без этого тарифа. И поэтому как бы предприятие сейчас, я вам назвал убытки нашего предприятия, под 4 миллиона 969 тысяч, плюс еще на нас ложится тягарем, вот это вот все мероприятие. Ну, чтобы все знали, мы будем производить бесплатно все эти действия. Если будут какие-то недоразумения, вы знаете, где меня искать, приходите, потому что я понимаю, что может быть со стороны некоторых наших
доблестных руководителей отделов будут вставлять палки в колеса, непосредственно ко мне обращайтесь, я этот вопрос буду решать. Тобто ви берете це собі на додаткові збитки, так? Да? Да. І я все-таки не знаю, все-таки будемо ще рішати вопрос, щоб по холодному вопрос по холодному водопостачанню, що є закон, що тарифи повинні бути економічні, економічно обґрунтовані. Ну, то есть, как бы у нас на данный момент как бы немножко оно не совпадает с действительностью. Тобто занижені, так. Слухаємо запитання, наразі є глядачі. Будь ласка, доброго вечора. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а з яких коштів ви будете погашати оці заборгованості? Адже ж ви, підприємство вважається як банкрут. Як ви можете, з яких коштів? Це буде повищення тарифів, як ви будете розчитуватися з людьми по зарплаті, як ви будете виплачувати податки, з яких коштів, з чого ви будете... Добре, ми зрозуміли запитання, я будь ласка. Я вас услышав. Вопрос інтересний. Ну, ми ще поки не банкрут, а на грані цього. Це перший вопрос. Второе. Всі от ці платежі будуть производитися тільки з надходжень до підприємства. Тобто, це реалізація води і інші послуги. Тобто про підняття тарифів поки мова не йде? Ні, однозначно, підняття тарифів, я вам даю слово, здесь привселюдно, що на даний момент, ну, по крайній мірі, я ще не готов сказати, як діло обстоїть після мене, що там говорили в НКРЕ. Ну, до 2017 року однозначно нічого не буде. Ну, ви будете вести якісь перемовини з НКРЕ, взагалі дізнаватися, як вийти з цієї ситуації, чи можливе підняття, чи якимось іншим чином виходити з кризи? Я ж вам, ви маєте в виду повищення тарифів, або що ви маєте в виду? Ну, так. Ми однозначно, любое комунальне підприємство обязано, я имею в виду водоканалы, обязаны подать, согласно новых постанов, это нормативные документы для каждого коммунального предприятия, подать расчеты. А уже принимать, не принимать эти тарифы, это уже дело совсем другое. Угу. Если я не подам, так это то же самое, что инвестпрограмма. Инвестпрограмма – это программа развития предприятия. То есть вот инвестпрограмма и расчет тарифа на холодное централизованное водопостачание. По инвестпрограмме мы обязаны в нацкомиссию подать свои мероприятия по развитию предприятия с амортоотчислением. А в нацкомиссию мы обязаны подать тарифы на холодное централизованное водопостачание. Расчет тарифа, извиняюсь. Ну, а скажіть, будь ласка, люди не відчують наразі ніяких перебоїв з водопостачання в зв'язку з цими боргами? Тобто це ніякого зв'язку немає? На послузі це ніяк не позначить? Я вас зрозумів. Хочу завірити, Смілян, що при моїй битності такого не случиться. Я как смеляжу, ну, как бы перебоев, я имею в виду глобальных перебоев, аварийной ситуации, давайте в счет мы не берем, правильно, ну, а да, глобальных... Это життя, да, и изношенность, да, мереж, она завжди, да, будет, да, даваться. Да. А такого, чтобы отключить, я постараюсь не допустить, почему? Потому что, ну, я разговаривал с руководством исполкома, руководство пообещала всяческую поддержку в решении этой проблемы по заборгованности, выплате заборгованности. У нас сейчас основная задача – это погасить борг за просроченный, за квітень місяць. А дальше уже будем как-то разгребать. Добре, слухаємо. Ще смілянок, я хочу з вами поспілкуватися. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Я проживаю в Смілі 67-го года. У нас не было воды при, по-моему, уже покойном Александре Старжегородском. Не было даже на первом этаже. Нам постоянно говорили, что нет у нас воды. Пришел молодой специалист Черненко Олег Федорович. Знаете такого? Да. Вот. Почему он не в вашем штате? Почему вы его не привлечете? Федун работает, а Черненко нет. Я Олег Федорович, ну, не хорошо знаю, но мы с ним знакомы. Я плохого против него ничего не могу сказать. Я с ним общался в прошлом году, немножко как бы, как специалист со специалистом. У нас были, может, некоторые разногласия по поводу деятельности, особенно в тарифах. Ну, как бы, я считаю, что он нормальный специалист. И я не вижу препятствий в сотрудничестве с ним.
Да, це ще потрібно спитати самого Олега Федоровича, чи хоче він повертатися і працювати на водоканалі, так? Препятствий нет никаких. Я только за то, чтобы дельные специалисты приходили в водоканал и своим опытом и знанием оказывали помощь в развитии предприятия. А скажіть, будь ласка, от говорячи про інвестиційну програму, вже от починалися певні кроки і робилися, наскільки я знаю, ПНС, підкачувальні станції, одна із них модернізувалася. Да. Чи можливий цей процес за таких боргів далі продовжуватися, модернізація якоїсь? Значить, дійсно, от, наприклад, для приміру, ПНС Петровського, от, який тут знаходиться, поставили там імпортне обладнання, зараз економія там по електроенергії йде 50 кВт в месяц, как бы понемножку, но если бы мы все разом перевели ПНС-ки, модернизировали все ПНС-ки, то было более ощутимо расход экономии электроэнергии, и как бы оно был бы большой экономический эффект. Но в связи с тем, что с тяжелым материальным положением предприятия, ну, минимальная в пределах 100 тысяч стоит модернизация одной ПНС-ки. В пределах, я грубо так сказал, но оно там по-разному, в зависимости от объема подачи воды. Зрозуміло. Ще є у нас дозвонювачі. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання до керівника водоканалу. Юрій, ваше... Віктор, Вікторович. Віктор, Юрій Вікторович. По-перше, хочу... Слухаючи вас, склала таке враження, що ви, ну так, дуже патріотично з таким завзяттям хочете поновити водоканал, роботу водоканалу в позитивну сторону. По-перше, хочу побажати вам успіхів, що ви не злякалися прийняти підприємство, ну, яке по, фактично, по суті, до банкрутства доведено. О, але я хотіла зазнати, ви людина... З досвідом, вже багаторічним досвідом, мабуть, роботи на цій посаді, да, в цій сфері. От. То як ви, от, це стара влада чи новий наш мер відлучили вас, да? Я так зрозуміла, від керівництва водоканалу. А от цей весь час ви працювали в водоканалі чи десь на других посадах? Я вам зараз перекажу. Фактично питають, чи маєте ви взагалі досвід роботи на водоканалах, і що ви робили от цей час, коли були відсторонені від посади, чи працювали на якомусь іншому водоканалі? Я, как бы, ми дякуємо, зрозуміли ваше запитання. Как бы, я довгий срок працюю на керівних, не тільки ну, на керівних посадах водоканалу, не тільки в місті Сміла, а інших містах України. Це одне. І, а во время моего, так сказать, временного відсторонення, я не работал. Я находился дома, лежал на диване и... И збиралися с думками. И збирався с думками, занимался по хозяйству. Я в своем доме живу, и как бы работы хватило, потому что я дома мало бываю, и поэтому... Угу. Будь ласка, ще є дозвонювачі. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому знята субсидія за травень місяць? Это вопрос не ко мне, это вопрос к льготам и субсидиям. Да, действительно вышел, но я вам просто прокомментирую, что с 1 мая вышел закон, новый какой-то, они сделали перерасчет, это не только, это по Украине произошло. И они сделали перерасчет, недоимки, переплаты, да. Угу. То есть, как бы, теперь они сделали хитро наше государство, что сколько вы взяли, потребили, например, ну я забуду, говорю сейчас, угу. Потребили воды, столько и все. На такую сумму, на такое количество у вас будет субсидия. А то, что у вас были переплаты, все, они это все забрали. Угу. Ну, але ж люди не повинні нічого повертати в зв'язку з цим? Чи вам це не відомо? Ні, ну я не з субсидієм, як би, це льготи субсидії. Вони повинні там спеціалісти об'яснити. Добре, поки немає ще дзвонювачів, хотіла б запитати, яка ваша нині буде кадрова політика? Ви вже поспілкувалися з колективом, чи будуть якісь перетрубації, чи будете когось поновлювати, брати нових, чи будуть скорочення? Моя кадровая политика такая, те люди, которые адекватные, и те люди, которые будут работать на благо предприятия, я только приветствую, и все. Те люди, которые будут
игнорировать работу, филонить, и как бы, ну, мой принцип такой, что кто хорошо работает, тот должен хорошо получать и должен все. Те люди, которые плохо работают, ну, извините, нам с ними не по пути. Все старые мои работы, которые были, знают прекрасно мое отношение к работе. Я всем говорю, что при любой власти, при красных, при белых, при зеленых, мы коммунальные предприятия, и мы должны работать на благо, например, города Смелое. Наша основная задача коммунального предприятия – оказывать качественную услугу водоснабжения, водоотведения. Все, крапка. А там, какая бы власть ни пришла, мы не должны влазить в это дерьмо, политику грязную, и как бы мы должны заниматься только своим делом. И у нас, чтобы все понимали мою позицию, что у нас очень много сейчас как бы таких людей стало, которые говорят, у меня рабочий день с 8 часов до 5, до свидания. Я объясняю, что, или, мол, выходной день, что, как бы, мол, я выходной. Нет, ребята, мы коммунальные предприятия, и у нас город получает воду, стратегическое, у нас объект стратегического значения, и мы обязаны держать все на пульсе. И выходные дни, и ночью, и днем, и как бы, ну, это чтобы работать коммунальщиком, это призвание, я вам так скажу. Жертовність, скажемо так, що, ну, мабуть, певно. Как-то так. Слухаємо вас. Доброго вечора. Єду. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос. Скажіть, ви, мабуть, 6 місяців на дивані лежали. Значить, за этот період, коли ви подали в суд, тепер ви получаєте компенсацію по зарплаті. И в какой сумме, хотелось интересно узнать, почему вы в течение 2 месяцев не протестовали ваше увольнение, вот, и получили компенсацию. А сейчас какую компенсацию вы получите? Это один вопрос. А второй вопрос. Вас до того, когда вы работали в водоканале, показывали, как вы в ресторане, пьяный, вас таскали где-то там что-то. Стулья падали, это правда или нет? Ну, показывали по Смело ТВ. Вы тоже будете так себя вести? Ну, давайте не будемо на особистості переходити. Ну, будь ласка, ваш коментар. Я отвечу на всі ваші питання. Чому судове засідання було затягнено на 6 місяців? Давайте, я подав, я, як би говорити, я протестував, как я считаю, неправомочные действия власти сразу же, а сколько решения суд выносил решение, это ж не от меня зависит. Это первый вопрос. Так что... То есть затягивания никакого не было? От меня я подал сразу, как бы, и время я не... Что касается второго вопроса о моем поведении... Чего греха таить, что было, то было. Грешен, я сделал выводы, я разговаривал с трудовым коллективом, как бы, и я думаю, что такого больше не повторится. Добре, слухаємо ще наших дозвонювачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а чи можна структуру тарифу, як ви казали, що, ну, там сложності, там тощо, опублікувати, і не так, як ви колись дали за своїм підписом мені відповідь, що там холодне водопостачання і всього-навсього. Я б як споживач, який платить за воду, я б хотіла знати, скільки складає прибуток, скільки витрати матеріальні, скільки на заробітну плату. От я ж маю право це знати. Я можу підійти до вас і дізнатися цю інформацію. Тому що зараз звучить таке питання, що дійсно тариф занижений, що голова, наприклад, знизив особисто. Ну, ми ж це прекрасно розуміємо, що він особисто знизив тариф не міг. Значить, йому дали розрахунки, які обґрунтовані, за рахунок чого було знижено цей тариф, що туди не входить, там повірка лічильника. От я як споживач хочу це побачити. І ще одне, я таку інформацію просто вам скажу. Сьогодні прозвучало, там, в частності, від Віктора Антоновича по Смело ТВ, про те, що... Значить, Олексій Олександрович Степко призначав цього керівника. Так от я вам даю достовірну інформацію, я можу навіть підійти до вас, або на Смело ТВ, або водоканал, і сказати, що Косотригу призначили за рекомендацією Олега Федоровича Черненка. Хай всі ці люди чують. І ще раз. Дякую. Так, добре. Перше було запитання про структуру тарифу. Наскільки звичайний споживач може дізнатися про все, що входить в складові тарифу? Про фонд заробітної плати і всі інші. Інше, що Косодригу призначив не Цепко, а це була рекомендація Олега Федоровича Черненка.
сейчас. Значит, что касается структуры тарифа, при формировании структуры тарифа структуру тарифа подавали на исполком, подавали на депутатский корпус. Например, я знаю, что и Олег Федорович смотрел на структуру тарифа, и Романенко Андрей, я отчество забыл, извините, пожалуйста. Андрей Иванович. Андрей Иванович. То есть, как бы, мы структуру тарифа не скрывали. По структуре нового тарифа я как бы вам не готов сказать. Почему? Потому что он формировался без моего ведома. А взагалі, жінка питала, як вона, як звичайний споживач, чи можете ви їй дати відповідь в письмовій формі, і що входить в цю структуру тарифу, які затрати? Ми тариф, по-моєму, опубліковували в газеті «Сміла», це раз. Ну, якщо ви хочете по структурі тарифу, підійдіть ко мені. Я думаю, здесь никакого секрета нет. Только боюсь, что... Хорошо, подходите ко мне, мы, я думаю, этот вопрос решим. И насколько, вот она питала, насколько было обґрунтовано снижение тарифа, что, мабуть, теж какие-то здійснювалися розрахунки, что его можно снизить? Я считаю, что там произошла чистой воды махинация, когда этот новый тариф, ну, новый тариф, зменшенный, я имею в виду. Потому что там уменьшили фонд заработной платы, уменьшили штатное расписание, там как бы, ну, поступили некрасиво, я так мягко скажу. И поэтому получился такой тариф. И теперь, відповідно, такая заборгованность велика, так? Ну, заборгованность я не только из-за тарифа. Я же вам говорю, что я работал при тарифе 11 гривен, и я вам показал свои надходжения. Mm-hmm. И как бы у нас долг был только по электроэнергии. А все налоги мы платили... вы же понимаете, что электроэнергия долг как вырос, то хорошо, на него никаких штрафных санкций нету. А по налогам идут сумасшедшие штрафные санкции. И поэтому... миллион заборгованості. Я не знаю, скільки процентів там йде. Добре, наостанок б хотіла б ще дізнатися, як ви будете змінювати політику щодо збору з людей цих коштів, які недоотримало підприємство, які будуть вживатися заходи, щоб... Я просто призиваю всіх людей, всіх смілян нормально підійти к нашим действиям, чтобы не было никаких там нареканий, никакой политики, что я считаю, что за каждый товар, за каждую оказанную услугу человек обязан произвести расчет. Очень много у нас сейчас людей, ну, то есть, ну, заборгованности по воде. Я просто приведу пример, что, ну, никто же не приходит в магазин или там на базаре и скажет, дайте мне, пожалуйста, в долг килограмм мяса. Или как бы еще что-ли в магазине, ну, потому что каждая услуга, каждый товар должен оплачиваться. Я призываю, если вовремя будут смеляне платить за спожитую воду, ну, я думаю, что мы быстрее выйдем с данного кризиса. Добре, ми слухаємо останнє вже, мабуть, в цьому ефірі запитання, тому що час збігає. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене скоріше не вопрос, а пожелание. Вы, наверное, видели по телевидению, как зачитывалось распоряжение о вашем увольнении. И не могли не видеть, какой был взрыв сумасшедших аплодисментов в огромном зале Дома культуры. Поэтому, наверное, придется вам все-таки пересмотреть свое поведение, свое отношение к людям, к потребителям, к посетителям. Хотя бы и меньше хамить. Это просто пожелание и удачи вам. Спасибо вам большое. Я... отвечу на ваш вопрос. В тот момент, когда оглашали распоряжение про моё увольнение, я присутствовал, я находился в зале. Раз. Три человека сзади похлопало и три человека крикнуло. Это раз. Второе. Если вы говорите, что я кому-то нахамил из посетителей, вы меня извините, я ни одному посетителю за свою бытность не нахамил. Добре, і ще дуже проситься одна людина поставити запитання, тож надаємо таку можливість. Будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, а як це так? Як це можна понімати, як це можна? Що ви вже згубили наче своє лице і тепер вас звертають? Як ви будете? І це мене теж
заинтересовало, як це з Федуном? Це ви до пари, я так розумію, так? Да? Ви обидва геть нас рознесете тепер. Тепер от каналу остануться тільки ріжки і ніжки. Тобто вас поєднують... Бо ви гуляюча особа. П'ємо, гуляємо, а то... Ну дивіться, цей момент ми вже уточнили, тобто ми зрозуміли ваше запитання. Я розумію, але я возмущаюсь. І не два, не три чоловіка, це тисячі людей, які були проти вас. Як це ви знову йдете на це поприще? Ну, сьогодні ми були особисто присутні у колективі водоканалу, і фактично там була підтримка саме цього керівника, і колектив прагне працювати і, скажімо так, виводити з кризи спільними зусиллями саме з Юрієм Вікторовичем водоканал і відновлювати його роботу. Тож, будь ласка, хочете ви сказати якусь репліку у відповідь про вас з Федуном, чи ви поєднуєте свою діяльність якось з ним? Чи... Ні слов. Я даже не знаю, как вам правильно ответить. Причем я и Федун. Я не, может, что-то не понял. Ну, люди переживают, что Федун якось згубно впливає на водоканал. Мабуть, так я тільки розумію цю репліку. Ну, добре, не будемо вже на тонкощах. Я гадаю, ви зрозуміли побажання смілян, ви почули їх, вони почули вас. Тож я дякую за цю розмову. Гадаю, це на остання зустріч. Ми зустрінемось на більш позитивній ноті, коли вже будемо розповідати про... Дай Бог надходження підприємства, а не збитковість. Всіх смілян я хочу завірити, що водоканал вийде з тяжкого положення. Я обіцяю це. І как бы, всі ваші пожелання, які ви тут прозвучали, будуть учтені і как бы, по всіх питаннях. Добре, я дякую за цю розмову. Всього найкращого і всього найкращого бажаю нашим смілянам. До побачення, до зустрічі в наступну середу.